Добрый день, друзья! Сегодня у нас распаковка. Я получила горшочки Wildberries. Те, кто меня знают, наверное, в курсе, что я выращиваю малые стандарты. Ну, это как бы моя любовь. И полуминиатюрные фиалки. Поэтому я люблю горшки небольшие. Вот этот горшок, он высотой 8 сантиметров. В диаметре, я так понимаю, здесь сантиметров 7. И вот тут, смотрите, такая есть классная штука, как вынимающееся дно. Когда-то у меня были такие горшки для рассада, это было неимоверно удобно. Вот. Единственный минус, здесь нет дырочек для отвода жидкости. Ну, как бы наши руки не отскоки. Мы прекрасно знаем, как можно эту проблему решить. Вот такие вот горшочки разного цвета, но цвета меня не сильно волнуют, потому что, честно говоря, я вообще люблю однотонные, коричневые или черные. Ну, поскольку здесь такие цвета, ну, уже то, что есть. В идеале, конечно, лучше было, если бы они были вот такие все. Ссылку я оставлю в описании к видео.